Привет, мой зайчонок. Ну что, по зайчим? По зайчим? Это что такое? Ребята, всем здорово, Саныч на связи. По зайчим или по драчим? По драчим, она говорит, я еще не пойму ни хрена. Нет, ребят, я, конечно, сомневаюсь в том, что человек здоровый, как бы, не, но, тем не менее, телефон в руках есть, как бы, да, со свободным доступом в интернет. Вот, в принципе, ты еще, в принципе, мысли такие у него, как бы, да, здоровые, человеческие, как бы, там, что-то поиграть, да, ребят, ну, насколько это выглядит сексуально, я не знаю. Напишите, пожалуйста, не знаю, сколько человек посмотрит это видео, ребята, но я думаю, что много. Вот. Для кого такой экземплярчик является сексуальным, ребята? Ну так все-таки ж как-то к ним троить начал. Кто-то же с такими путается все-таки, да, как бы там, и они спят, и дети у таких рождаются, ребята, да? Вот, то есть напишите, можно инкогнито, ну, чисто для статистики нам интересно.